веточки, но вон у него уже завязываются плоды. Значит, он у меня не замерз. Вот он, абрикосики. Там вверху. Не знаю, опадут, не опадут. Вроде это и поливаю, потому что говорят, что если не хватает влаги, когда завязываются плоды, тоже не будет. Будет опадать. Поэтому проливаем. Снизу тоже есть абрикосик. Интересно, вызреет или нет. Вот этот абрикос был обрезан позапрошлую, получается, зиму. Вот до этих мест. И от этих мест в прошлом году наросли вот эти длинные побеги. Вот, и на них теперь завязываются плоды. Почему-то в основном на верхушках. Вот персик тоже завязывается плоды. Маленький он, пушистик лезет. Видно, да? Вот. Персики тоже уже завязываются. Где тут? Вот. Будем ждать.